Здесь вы видите надводную часть айсберга. Единственный в России мониторинговый центр технологического оборудования для АЗС. Сердце кофемодуля – кофемашина ВМФ, в данном случае модель ВМФ-5000С. Также может быть установлена кофемашина ВМФ-1500. На АЗС используются только автоматические кофемашины – суперавтоматы. Кофемашина ВМФ-5000С может быть оснащена молочной системой Dynamic Milk либо Easy Milk. По статистике, самые популярные во всем мире напитки – капучино и латте. Их готовят только из натурального молока. Хранить натуральное молоко без холодильника – это нонсенс. Кофемодуль оснащен холодильником для молока объемом 4 литра. Органайзер для сиропа, чая, сахара, крышек – все продумано для мелочей. Легко наводить порядок и чистоту. Подсветка – важный элемент дизайна, цвет которой легко настроить. Кофемодуль – отличный рекламный носитель. Он имеет 3 программируемых дисплея. Вверху вместо традиционного лайтбокса предусмотрен экран. Он настраивается с компьютера или смартфона через интернет. Средний экран идеально подходит для размещения информации о меню и проводимых акциях. На экране кофемашины можно удаленно менять как сами рецепты, так и их название и расположение. Дополнительное программное обеспечение кофемашины позволяет проводить стимулирующие акции. Кофемодуль можно установить в любом месте на АЗС, вне зависимости от подключения к водопроводу и канализации. Система сообщений кофемашины выводит важные события на дисплей кофемашины, также дублируя их на почту, смартфон или умные часы. Емкость для мусора расположена в отдельном отсеке. Кофемодуль – это пример умного оборудования для АЗС. Вы можете потратить миллионы на приобретение лучших кофемашин, но не умея управлять ими, вы не совершите прорыв в своем кофейном бизнесе.